Пожитки. Навіть і віночок. Віночок? Тобі з мітлою чи обичний? Ось, мітла є. Опа. А як я неї розверну? Ну ти ж кажеш, любий, щас дам. Другий. Щас. О! Та ні, то папка, наверное, руки витирати взяв. Так, папа в підвалі. Глибокий, да, Саш? Да, мій рост. Даже вище, да? Сейчас мы туда картошку, консервацию сложим. Тут капусточка. Сейчас я, наверное, возьму капусты, вытяну. Капуста хайтан, а вы тоже вычистите. А, ну я возьму капусты, но на борщ. А то хай постоя еще тут, да? Тумба моя проявилась, да? Ага. Там можешь куда-то присобачим. О, капусточку возьму. Хорош. Наборщик. Ох, лишь бы не навернуться до тебя в яму. Новая сапачка. А кирпичів натягав. Хай тепер назад їх относить. А, кстати, там малина жовта. Дать тобі? Насобирати? Хочеш попробувати? Сладка, але ми вчора з папа їли. А тут он крас. Да. Ніна, я поубирала ось ці ограждення. І ніякі. І оділіся капусту. Кирпичі тобі нужні будуть? Да, я ж поставив, щоб воно нагоріло. Ось малинка ще є. Малина жовта. Ну, тут и кофе есть, и печенье. Так и кофе уже. Це хороша підійва з родника. Mm-hmm.
там есть и томатный сок, именно кетчуп. Попался ты ко мне в сеть. Я как раз в сетку попал. Ты куда? Купаться? Со светом веселее. А там вода должна быть слыта. Он уже везде залез. Покажи шашлычок. О, отлично. Ой, ультрахнули. Цибулька. А только две тарелки. Тут все, что есть. Еще не подвезли. Все, цветут. 29-е, да? Да. 29 октября. Погода шикарная. Дорогой Ива. Садись обедать. Можно тебя поздравить? Да. Поздравляю. Мама, поздравляю. Да, поздравляем вас. Не, не поздравляю, витаем, витаем. И цветы не надо, все есть. Мы будем пить чашками. Обмывать. Это твоя, да? Это моя. Кола. Давай. Огурчики. Все, что есть на скорую руку. Пить.